Твери может появиться Медовая улица. Такое предложение было рассмотрено и одобрено на заседании городской комиссии по топонимике. Улица будет расположена в застраивающейся сейчас части Заволжья, недалеко от Сахаровского шоссе. Она пересечет новую застройку с юга на север. Члены комиссии выразили мнение, что название «Медовая» будет созвучно с названием расположенного неподалеку поселка Сахарова. Окончательное решение по присвоению улицы названия «Медовая» должны принять депутаты Тверской городской думы.